Вот утренний завтрак. Очень просто. Съедаешь финик, под него фейхоа, или фейхоа под финик, закусываешь яблочком и красота. Вообще погуливаешь, просто энергия прет. Ну, как бы вообще витамины тут все это. Глюкоза в финиках, в фейхоа эфирные масла, в яблоках пектины. Ну, вообще красота прям. Хорошо так себя чувствуешь, и пищеварение нормальное, и стул, и все хорошо. И просто, и вот вымыл быстренько, и не надо ничего варить, не надо никакого варева, жарева, живая еда, вот, пожалуйста, один из вариантов. Можно добавить кураги, там, чернослива, изюма, и вообще красота.